Макаров. Я спросил, не присылать мне книгу. Ну, почти уже. Так. Ну, моя любимая вегетативная гибридизация. Вот. Здесь есть сверху сам пример, как действительно яркая, стопроцентная. Но опять же, кому в наше время, в то время можно было верить? Вот. Может, нужна была степень, а может, и примеречилась. Это вы потом без меня прочтете. Вот. Влияние привое на подвой, подвое на привой. Ладно, вернее, на последующие эти, уже на плоды. Итак, самое главное подчеркиваю. Значит, Лысенко отмечал, для вегетативных, что вегетативные гибриды дает не каждая прививка. Я говорю, вегетативные гибриды дает каждая прививка. Но не каждый раз это можно разглядеть. Вот это момент. Вы смотрите на дерево. Они и так даже не привитые. Да хоть привитые. Одинаково привитые, одинаковый материал. Они все равно все разные. Но не каждый может увидеть глазами. Вы двух одинаковых деревьев никогда не увидите. Как можно сказать, что это? Кто сказал, что прививка это что-то яркое такое. Было 100 грамм, стало, как у Железного, 200. Нет, не так. Было 50 грамм, стало 100. Было 300, стало 500. Вот. Я утверждаю, что каждая является гибридом. Другой вопрос. Читаем. Он предлагал использовать для получения в семенном потомстве нужных признаков теорию стадийного роста. Правильно, я согласен. Вот. Только при чем тогда прививка? Лысенко, ну да, раз не каждая прививка, тогда действительно это. Ну, не каждая, но. Лысенко подчеркивал, что примеры вегетативных гибридов не только подтверждают возможность управления наследственностью с помощью изменения условий труда и так далее. Вот. Ну и противоречит. Ну, в общем, я сейчас дальше не буду читать. Почему? Я просто взял, это называется отметки на полях. Это мой почерк. Возможность управления только морозостойкостью. Все. Остальное управляй, не управляй. Вот. Планирование вот еще, например. Вот здесь было за Лысенко, вот ТСХ, вот все здорово. И тогда люди думали, Добжанский выразился по поводу вегетативной гибридизации. В том смысле, что проверка подобных сомнительных опытов, это враг Лысенко, сомнительных задержит прогресс мировой науки. Вы представляете, внимание. Это я уже не выдержал. Друзья, оказывается, мы с вами задерживаем прогресс мировой науки. Если бы эта мировая наука заглянула ко мне, пусть не каждый год, вот, в сад, я как вспоминаю, там, 13-й год, 14-й, 15-й, 16-й, 18-й, 19-й. Не могу. Вы понимаете, что значит вот враг и все. Враг, а ту его. Он задерживает прогресс, потому что он поддержал Мичурин-старший, Мичурин авторитетнее был. А появляется молодой агроном. Тот же характер, что у Железова, или у Железова, как у Лысенко. Ничего хитроумного. Помните, я говорил, что селекционное клонирование, оно нисколько не влияет на геном. Из массы вариантов, каждая почка – это геном. Из массы вариантов выбираем самый морозостойкий, и вот они уже в Сибири. И такой же был Лысенко. Вот я, если попросил книгу, вы бы удивились. Как его? А там наука, там генетика, там такое. Вот. А толку от всего? А он что-то конкретное возьмет, там это самое. Картошку в середине лета посадит. Смотришь, а она тогда не болеет. Вот. Сейчас я думаю, это мы тоже попробовать попозже. Ну пусть уже хоть в июне посадить. Бывает, у нас были жара. Смотришь, на улице август, вот, ботва уже высохла, она там сидит, ее надо выкапывать оттуда. А у него посади в середине лета, она до осени, середины России успевает вызреть, успевает, зато без болезней, вот, и урожай выше. Может, все это он придумал, может, это все это, очкотирательство, но надо же, годы прошли, десятилетия прошли, надо все это по новой проверять. Вот. А мы только взялись проверять. Я до Латинкова, да, у вас еще несколько десятков человек. Ну, взялись. Вот как та дама эта.
которые мы смотрели с вами в телефоне, да? Вот. У нее есть персики. Уже второе поколение закладывает. В обете вокруг эти университеты. Найдите питомник, который выращивает персики. Нет, предложат, вам предложат, только сады не покажут. Вот мы с вами задержали. Ну а как? Теперь я уже не ругаюсь. Вот. Уже не гражданин, уже товарищ Макар, уже не ругаюсь. Признаки, приобретенные при вегетативной гибридизации, могут наследоваться при дальнейшем семенном размножении. Причем в ряде случаев наблюдается, как называется, расщепление признаков, встречающихся в потомствах. А, вот. А я-то этого не знаю и сейчас. Вегетативный гибрид в единственном числе 100%. Потому что само свойство именно выращивания вот этого вот, это такое извращение. Это такая война между подвоем и привоем. И редкая-редкая любовь на третьем, четвертом поколении. Вот. Найдите об этом хоть одно слово. Вот это получается. Но второе поколение снова вегетативный гибрид. Уже не, опять уже не нового папы, не, нет, не нового маму. Еще поколение. Снова вегетативный гибрид. Но это, то, что я сейчас говорю, то, что сказал, каждое поколение новый гибрид, а ниже я покажу вам фотографии, это, ребята, примеряет все. Потому что, получается, и тот прав, кто на него накидывается. И наоборот, и тот не прав, и тот не прав. Вот в чем дело-то. Итак, повторяю, признаки, приобретенные при вегетативном гибриде, могут наследоваться. Кто этим будет заниматься, Елена Александровна? Чуть не сказал, смотри в глаза. Кто будет этим заниматься? Посылать железо. Итак, подвое и привое должны быть разновидовыми. Это для получения вегетативного гибрида, я тут забыл написать. Анна. Вот. Это мы знаем, это я говорю про нас с вами, это не про науку. Итак, для получения вегетативных гибридов должно быть, первое, подвое и привое должны быть разновидовыми или внутривидовыми, но с большим разрывом культурности. Например, подвое из леса тайги, а привое из южной страны. Сближение по Мичурину, насыщение ментором, и Железову, насыщение ментором. Работа только на севере и Сибири. Вот почему? Обоснование. Работа должна вестись на грани выживания вегетативного гибрида. Пусть 100 погибнет, но 101 должен стать этим самым. Уже своим родным сибирским. Четвертое. Полная незащищенность растений от природных катаклизмов. Руки просят гибрида. Ничего. Ну, в саду вынуждены, иначе это, трава забивается, вынуждены косить якошу. Все. Засуха дохнет, и пусть себе дохнет. Это будущая работа уже научная. А не как показывают это в середине лета, калечит яблони и говорит, вот учитесь. Мы вас поэтому на съезд садовода России пригласили, чтобы летом учить, как правильно стричь яблони. Итак, принципиально, прививка только в корневую шейку. Вот. Только в корневую шейку. Иначе мы не дадим шансов. А нам нужно дать не просто шансы, а максимальные шансы привою. Теперь, внимание, Александра. Сверхзадача будущему Нобелевскому лауреату. Доказать, что есть ВГ, вегетативный гибрид. Но легче не начинать. Трудности. Почему? Невозможно отделить одно от другого. Итак, подвое уже гибриды. Мы же не берем крайний случай, как я брал. Сибирка, отъезжал на 20 километров от ближайшего поселка. Чистую Сибирку. Это крайности. Вот. Все остальное уже гибриды. Даже мои уссурийские груши уже гибриды. В саду же растут рядом с культурными. Вот. Привои тоже уже гибриды. Прививаем гибриды на гибрида, получаем чего? Гарантированные гибриды. Чем мы можем отличить?
вегетативный гибрид от просто гибрида после прививки. Ну, плоды стали другими, цвет поменяли, вкус поменяли. Вот. Деревья стали. А вот сейчас мы с вами будем чуть-чуть подробнее. Вот. Соседи, это деревья соседи, в скобках, телегония, тоже гибриды ветром надуло. Если Лена Александровна скажет, что телегония существует, я сразу обижусь и сразу ее это самое. Разговаривать с ней 3 дня не буду. Получены вегетативные гибриды от кого? От низа, от верха, от смеси низа и верха, от соседей. Увы, наши предшественники, не имея наших с вами сибирских ВГ, уничтожили взаимно научные школы, не доведя исследования до конца. Остатки школ деградировали, а то, что мы сделали с Юрием Лутенковым, вы опоздали. Мы опоздали. Отгремели громы, неплановые там эти самые сессии, стенка на стенку, академики бороды чуть друг другу не драли. Вот. А сейчас тишина, и только на всю страну маленький кружочек из 500 человек, ну, плюс еще там несколько тысяч, которые попадают в этот, скажем так, в круг, но не часто. Вот так вот, друзья мои. Лена Александровна, вы думаете, что зря я, что ли, на вас надеюсь? К сожалению, преподавание Мичуринского учения, сейчас я вот до вас достану, Александра. Повторяю, это та самая Александра Савинич, которая входит в наш круг и одновременно является аспирантом в институте. К сожалению, преподавание Мичуринского учения в наших учебных заведениях до сих пор не организовано. Это времена этого, смотрите. Лысенко пишет. Диссертации по генетике, в которых диссертант предпринимал хотя бы робкую попытку развития того или иного положения мичуринской генетики, всячески тормозились экспертной комиссией. Вот так. Поэтому сейчас мы сделаем своеобразный перерыв.